Здесь у нас столик, два стола, бассейн. Очень приятно, тихо, спокойно. Смотрим второй дом. Два роутера. Один я вам показывал, вот второй. И идем дальше. Заходим. Уже будем сейчас смотреть соседнюю, вторую часть дома. Здесь у нас односпальные апартаменты. Здесь должен быть телевизор. Я спросил, где он. Они сказали, будет. Во всех номерах должен быть телевизор. Шкаф, кондиционер, большая кровать, небольшой диванчик, кухня, где есть плита, немножко посуды, чайник, тостер. Ну и санузел. Большие зеркала, приятная мебель. Москитные сетки везде нормально сделаны. Все открывается как нужно. Раздельные душевые. Ну, современные такие хорошие апартаменты. С адекватными вообще хозяевами, судя по разговору. Территория огорожена. Есть барбекюшница. Дальше вот здесь еще где-то что-то можно поделать. В общем, прикольно. Резорт меня впечатлил. Это хороший уровень жилья. Есть из чего выбрать, как для семьи, так и как для пары взрослых, так и для большой семьи. Надеюсь, все у ребят сложится, у хозяев. Здесь будет очень уютно и здорово. На этом все. С вами был Лев из компании Baltimore.